Нет, не нужен. А потому что и так хорошо. И день длиннее. Нужен. Пускай будет. А поспим подольше. Надо, конечно. Зачем? Не знаю. Надо. Мне кажется, что нужен. Потому что тяжело вставать утром детям. Ну, утром очень темно. Зимой. Нужен, 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 нужен. Обязательно нужен. Ну как зачем? Для успокоения. Потому что здесь не пойми как. Идут ученики в школу, темнота, возвращаются опять темнота. Не надо, а обязательно. А почему, я объясню. Я уезжаю в Сибирь каждый год к родителям. Там вот это в Кемеровской области. И так перевели на 3 часа, хотя это неправильно. Там приезжаешь, 9 часов уже темно. Ну и в Обнинске 4 часа утра тебе светло. Так что обязательно. И я считаю, что они это сделают. Все-таки адекватные люди у нас в России.